В этот четверг отметили День Земли. Этот праздник призван побудить людей стать более ответственными перед планетой, внимательнее относиться к проблемам окружающей среды и помнить, что будущее Земли зависит от действий каждого из нас. Тематические мероприятия, посвященные Дню Земли, прошли и в тверских школах. Убирать за собой мусор и сортировать его, экономить электроэнергию и бумагу, высаживать цветы и деревья. Вот те простые действия, которые может выполнить любой школьник, чтобы помочь планете остаться зеленой. На уроке в 5Б 22-й школы ребята освоили пикировку растений. Каждый цветок нашел свой домик. Уже летом эти цветы будут радовать всех на школьной клумбе. Школьники также смогли почувствовать себя настоящими ландшафтными архитекторами и попробовали составить свою дизайнерскую клумбу. Цифры 22 в виде цветов, потому что наша школа – это номер 22. Ромашки, хризантемы, васильки. Большую программу в честь Дня Земли подготовили и ученики 11-й школы. Ребята оформили стенд фотографиями и рисунками на экологическую тему и пригласили всех желающих проследовать за ними в мир природы. Внимание! Сегодня 22 апреля в 11 часов 25 минут мы отправляемся в волшебное путешествие по нашей любимой школе. Дружить с растениями второклассницу Олесю Щеглову научила бабушка. Поэтому на уроке она смело пересаживает калеусы и знает, как о них заботиться. За ним надо ухаживать каждый день и заботиться о нем. Надо не забывать его поливать, добавлять удобрения. И ему нужно, чтобы вырасти, солнце. Завершился праздник спортивными выступлениями и концертом.